Ассаламу алейкум, уважаемые зрители. Сегодня у нас 1 октября, открытие сезона охоты на фазана с собакой. Мы едем в новое охотугодие для нас. Мы там никогда не были. Еду я с Шахом. Для нас это новое угодье, охотхозяйство, рисовые чеки. Сегодня первый выезд. Охота будет недолгая, это у нас более такая поисковая охота. Мы поедем на 2-3 часа. Посмотрим новые места, посмотрим наличие фазана, ну и все. Если получится, что-нибудь добудем. Смотрите видео до конца, будет очень интересно. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Шахчик. Ну что, начнем? Стреляю я патронами. Анна. Камыш высокий. Будем искать одиночные. Ну, что получится? Вон он, почуял. Уже, видите, верхом. Здесь, здесь. Отсюда курочка взлетала. Может и петух есть. Акель! Вокруг все в камышах. Даже не знаешь, в каком искать фазана. Ну, здесь, здесь, здесь. Ну, петухи там, нет, покрикивают. Уже хорошо. О, канальчик какой хороший. Вот вдоль него и пойдем. Видите, как он поверху. Какая тишина. Петух пролетел. Как мы его прозевали? Здесь ах! Вон в центр поля сел. Ё-моё! Где? Петуха профукали. Оп, чок, начало сезона. Вон, тут край кукурузы. По кукурузе идет. Там же они пасутся. Где? Молодец, Кир, здесь, здесь, где? Пока ничего не нашли. Здесь, Шах, здесь. Вот когда вот чует оно так. Ищет, принюхивается, распутывает. Курица взлетела. Молодец, где? Так, они на поле летят. Надо повыше залезть. А, ну да, вот. Thank you.
Акель! Петух был. Так, гильзы надо собирать. Один. Два. Петух был там вдали. Сейчас попробуем найти. Вот они тут гуляют, видите, вот кукурузу кушают, пасутся, их никто не трогает, пока сезон не начался. Так вот, курица не будем стрелять. Начало сезона, да и вообще не очень нежелательно курица стрелять. Так, петух наш где-то здесь сидел, получается. И полетел он вот так. Так, где? Акель! Нашел он. Не знаю. Шах, Акель! Ну, петух отсюда улетал. Вот чистое место. Пустое. Курица. Молодец. Курица. Молодец. Курицу не будем стрелять. Хорошая курица, жирная. Получается, один, два, две курицы, один петух был. Шах, Акель! Ай, красавчик, чахмандам, нашел, ай ты мой хороший, ай, красавчик, посмотрите, дед, ай, молодец, какой петух, смотрите, вот это красота, увесистый такой, ай, молодец, красавчик мой, ушел, я думаю, куда ушел, петуха принес. Целенький, все, красивый. Ай, достойный. Ну что, господа, вот такое вот открытие у нас. Первый петух. Хороший еще какой. Молодец, Шах. Сейчас я его упакую. Курочек сколько было. Это уже пятая курочка, наверное, которую он поднял. Рядом петух сидел, я пока перчатки одевал, не успел. Вот же, блин. Как так, а? Так, где моя гильза? Вот она. Зря задвигался, надо было перчатку одеть. И потом идти, а я прям рядом же, я вот тут их стрельнули всех, сколько разговаривал, а он, получается, сидел там, спрятался. Сейчас еще курица, наверное, там сидит. Какие тут места по факту для фазана. Вот они кушают, видите. Вот, кушает, ходят. Пирует. Здесь, Шах. Капец, высота, я уже ничего не вижу. Еще из-за этого шума ничего не слышишь. Петух вдалеке взлетел. А не видишь и не слышишь. Так. Стрелял вот так. Гильза моя. Вот она.
Вот это да. Все кукуруза. Все кукуруза. Жесть просто. На крючок свой что-то нацепил там. Здесь. Стоит. Кто-то стоит тут. Вперед! Курица. Молодец. Видали, стойку стоял. Таста кеттек. Ай, хорош. А я думаю, что он стоит? Он на нее смотрит. Стойку держал. Молодец. По следу прям, видите, пошел чуть-чуть, быстро. Хороший мой, красавчик. Держи. Ай, молодец. Курочка это я поэтому не стрелял в шар. Что мы тут нашли? Нора. Нора недействующая, да? Вот еще одна. Это что, туалет? Нет, не рабочий туалет, походу. Вот еще что-то есть. Не, это старый уже. Старые норы. Блин, не работает. Ну, кто-то тут лежит прям хорошо. Ну вот, уважаемые зрители, уже прошло 2,5 часа. Добыли мы 2 фазана. Видели 5 куриц, 3 петуха. Из них 2 успели добыть. Один петух прямо рядом взлетал, но видели же, перчатки одевал я. Не успел, в общем, выстрелил, но он уже далеко был. Ну и ладно, открытие хорошее. За 2,5 часа в новом месте. Никогда мы тут не были. Сегодня первый раз. Думаю, видео вам понравилось. Будем побольше изучать это угодье. Еще в другие угодья в этом году поедем дайверцам. Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте видео, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.